Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Так, второй день, и мы с тобой забираем 3 миллиона рыбы. Слушай, а вот это что такое у нас, смотри. Какие-то флаги. Это на 4-й день, на 9-й, на 13-й, на 21-й. Интересно. Это, наверное, новое, да, вместо цветочка Фрей, скорее всего. Так, здесь мы с тобой все это закрываем дело. Так, Беззубик, что ты мне принес, а? Будь добр, покажи. Так, флаг, отлично. Ого. Рукоятка какого-то меча, что ли, или ножны. Ай. Блин, один флаг всего принес. Вывести. Так, это у нас кто? Не помню, по-моему, водорез. Могу ошибаться, конечно. Так, секундочку. Начнем, как обычно, ребят, по стандарту с открытия наших паков любимых. Самое приятное, это когда открываешь пак, и тебе выпадает что-нибудь такое серьезное, да? Как говорится, радости сразу нет предела. Загадочный набор, и он встречает нас ужасным чудовищем, громобоем, громлезащитник. И все. Скудненько. Серьезно говорю, скудненько, ребята. Так, ладно, там еще есть один пак за рекламочку. Так, ну что, монетки Одина. У нас, кстати, уже скоро будет 500 монет Одина, и это круто. Шторморезка, столом, громобой защитник. Ну и все, да? Хотя там, ребята, кто-то есть. Смотри, какой-то дракончик. И это размягчитель. Да, такие ребята у нас есть. Размягчитель, отпустить. Да. Слушай, по-моему, это яйцо, ребята, похоже вон на то. Там, наверное, тоже у нас, получается, размягчитель будет. Так, мне главное интересно, события есть новые? Да, ребятушки. Блин, выживание. Ой, выживание. Самое, как говорится, сложное, как по мне. Так, найти еще одно яйцо. Угу. Странное какое-то, ребята, яйцо. Но интересно, кто нам там вылучится, кто нам попадется. Так, что у нас здесь? Ну давай, сарделька, что ты? Дай вот мне руны. Не надо мне вот свой янтарь тусклый. Дай руны. О, thank you. Так, мы его сразу, наверное, отправим с собой за эти... А, нет, тут две руны. Пускай летит. Так, Барсик, у тебя как дела обстоят? Ага, ты мне принес что? 12 рун. Спасибо. Так, напугать всех бесплатно. Иди пугай всех бесплатно. Так, тут в лес лети. И Громгильда у нас с тобой полетит... Куда? Куда она полетит у меня? Самые юные. Бесплатно. Окей. Так, дневная фурия скучает. Оп, 10 тысяч бревен мне принесла. Так, забираем с тобой здесь 110 рун. Да, ребята, скоро у нас кончится подписка. И руны, и все тому подобное мы получать с тобой не будем. И не только руны, а еще и ресурсы. И, естественно, у нас не будет с тобой дневной фурии. Это чтоб ты знал. Пускай летит на поиски. Мне как бы все равно, ребята, пускай она летит. Лишь бы не сидела, не простаивала просто так. А? Сарделька Громель. Так, Древоруб тоже получает уровень. Получает также Костолом левел. И что у нас тут? А здесь еще пока тренируется. Так, Беззубика мы, наверное, с тобой отправим. Что так подлагивает, а? Заберем здесь ресурсы. 6 700 000 рыбы он добывает, прикинь. Кревет. О, шторморез тоже там 6 с лишним лямов, прикинь, приносит. А древесины. Так, кто-то мне сказал, что возле зеленой смерти можно. Да нет, ребята, нельзя возле зеленой смерти ничего строить. Вы, наверное, что-то попутали. Так, ладушки. Где у нас зеленая смерть? Что она у нас тут принесла? Это не коралл, да, как я раньше думал, а чешуя той самой зеленой смерти. Мерзковато, конечно. И зачем ее искать, по большому счету, да, если она у него есть. Так, давай здесь мы зайдем с тобой, откроем готовый пак. Это у нас обычный Громль, шепот смерти. И все. Открываем.
Так, у нас здесь с тобой задания какие-то уже выполнены. Так, ну обмен это понятно. Здесь получаем 75 тусклого янтаря. Да, ребята, это у нас новое. Новые вот эти вот флаги. И где мы с тобой можем это все посмотреть? Вот здесь. Так, вот теперь весенняя. Будет длиться 42 дня. Брюхоглот. Выглядит красиво. Ох ты. Большенюх. Шипохвост. Курица весенняя. Детеныш кривоклыка. И сладкожал. Мрачная печка. Землехват. Мрачная печка, такое название. Мрачная печка. Скоростные барс и вепрь. Кроличья пушка. Но это, видимо, просто для красоты уже, да? Угу. Тюльпан исполин. В общем, понятно все. Так, давай мы здесь заберем свой янтарь блестящий. А новый можно поставить? Можно. Ну что, друзья мои, идем на события. События, как ты понимаешь, у нас выживание. И, ну, понятное дело, оно небольшое. Давай-ка мы глянем, что у нас тут в первую очередь. Так, 6 волн, как всегда. На выживаниях обычно так делается. Что там, 10 уровень? Ну, понятно, пока 10 уровень. Потом все по нарастающей, по нарастающей и по нарастающей. Кусанули. Бомбанули. За трещину дали. Пока не стоит переживать, они нам ничего здесь пока не сделают серьезного. Сколько у меня, кстати, рун? Нам придется, наверное, тут руны с тобой покупать. Точнее, даже не руны, а либо хилки, либо энергию. Скорее всего, так. Своими силенками мы вряд ли тут справимся. Он мне еще на дорожку, смотри-ка, понизил атаку, а? Хлыщ. Так, уже 12 уровень, да? 12-11. Ну что ты там? Уже получаем помаленьку урон. Так, сейчас атакуют. Теперь наша очередь. Раз. Можно было бы, конечно, их заморозить, но пока терпимо, ребят. Добиваем. Кусаем. Кусаем. Лечиться пока не будем, потому что, ну, ребят, нормуль все по хпшкам у нас. Так, и добивка. Третья волна. Смотрим, кто там у нас. Ага. В основном фиолетовые и синие. Вот что я заметил, ребят. Против каких мы с тобой воюем? Фиол и синюха. Кусанем. Можно, в принципе, заморозку сделать. Энергии все равно пока хватает. Нам ее тратить некуда. Здесь добиваем. Кусаем. Так, можно хильнуться, кстати. Сейчас что-то будет. Бомбим. И добивка. Шикарно. Переходим с вами на четвертую волну. И здесь уже шепот смерти. Шторморез. В общем, такие довольно некислые дракончики. Так, тихо, ну ты что, выпендриваешься? Ай-яй-яй. Заморозка, да, ребят? Надо замораживать их. Когда есть возможность заморозить, лучше заморозить. Так, здесь добивку делаем с тобой. Надо будет, наверное, подлечиться нам чуть-чуть, пока такая возможность есть. Ага, понизил мне атаку шитик этот. А этот уже проснулся. Что-то как-то он быстро оклемался. Но он нам ничего не сделает, потому что, ребята, у него энергии мало. Никаких супердарф он здесь не сделает. А вот мы с тобой, наверное, сейчас залечим наши старые боевые раны. Вот таким вот образом. Атакуем. Сейчас он еще кого-нибудь бомбанет. Понятно. Кривоклык, да, ему не дает спокойно жить. Распластали. Так, ребята, это предпоследняя волна. Блин, тут уже 13 и 14 уровней. Хорош бежать, кривоклыка мне. Они сейчас вдвоем будут ходить. Ну ты посмотри, что творит, а? Так, нам нужно залечить раны срочно, ребят. Вот так вот.
Сейчас будем замораживать. Сейчас мы с тобой будем их замораживать. Окей. Этого добили. И это хорошо, ребят. Погнали сюда. Удар. Так, сейчас он что-нибудь сделает противное. Вот так. А теперь мы... Блин, добить не сможем, да? Заморозка, окей. Так, замораживаем и начинаем бомбить штормореза. Поехали. Раз. Блин, сейчас он все-таки успеет сходить разочек. Кого будет бить? Угу. Мы с тобой хиляемся и добиваем. Ага. Чуть-чуть не хватило, но ничего страшного, ребят. А вот и последняя волна. 15-14-15 уровень, все, я понял. Пытаемся с тобой накопить на заморозку. Потом замораживаем их всех. Раз, два. Блин, а у нас как раз хватит, кстати, на заморозку. На следующий ход. Барсика, конечно, начинает прессовать здесь. Ну что, погнали. Начинаем, короче, с тобой разбирать шепот смерти. Естественно, да? Так. Оу. Попал под крит. Здесь хиляемся и будем уже брать с тобой. Да. Так, тихо, парень. А нам не надо, да? Давай-ка просто, наверное, ударим. Просто ударим и... Терпимо. Да что ж ты, не хватило совсем чуть-чуть, ребята, его добить. Фигушки тебе, парень. Мы можем с тобой сделать, знаешь что, вот так вот. Чисто для прикола. Но. Фига он ему вжарил. Ха. Все, ребят. Ну что. Первый бой, как говорится, за нами. И мы с тобой получаем 150 рун. Так, давай-ка глянем, что нам здесь достанется. Вот, дай плод мудрости. Е! Вот это хорошо, ребят. Вот это классно. Вот прилив сил бы еще бы не помешал бы. Ладно, 6 миллионов рыбы. Так, забираем с тобой вот эти вот руны. Замечательно. Так, и следующий у нас с тобой поединок. Рун у нас 547. Блин, там хороший пак такой лежит, а, в конце, ребят. Ну, наверное, фиг его получишь. Что у нас тут? Опять с 10 уровня. Ой-ой-ой. Громельки. Маленькие ребята, надо было красного валить. Тупанул маленько, да? Хотя они пока тут слабенькие. Но я так понимаю, они будут на протяжении всей игры, да? Только единственная разница... Что я делаю? Это постоянно не то. Только разница в том, что они будут постоянно с тобой увеличиваться и увеличиваться именно по уровню. Ну, замораживать смысл-то? Какой смысл замораживать? Не вижу, ребят. Просто сейчас ушатаем их, да и все. Давай вот так вот добьем с тобой. И мелкого этого будем кромсать именно кривоклыком. Так, он там что-то пытается хильнуться. Естественно, это беспонтово. Сейчас, наверное, на третьем будет фаербол пускать или нет. Наносит, конечно, урончик. Там минус 5, минус 10, но это слабенько. Потому что он еще маленький. Так, я тебе говорю, вот они будут так вот уровень повышать. Кусаем. Уже начинает наносить потихоньку нам урон. Уже такой ощутимый, так сказать. И, молодец, Барсик, хвалю. Попал под крит, чувачок. Раз, два, три, мы втроем ходим. Я думаю, что нам хватит его разобрать. А, нет. Мы можем, конечно, вот так вот сделать. Ой, я вообще хотел слепоту на него повесить. Но я думаю, что ничего страшного не будет. Упс. Ну, неприятно. Вжарил, конечно, ребят, но неприятно. Так, поехали дальше. То есть нам лучше всего, наверное, брать, ребята, уже на более таких серьезных уровнях кого-то под контрольку. И это будет, наверное, вон тот все-таки. Громелька.
Это вроде бы как сарделька, да? А этот у нас Громль-защитник. Да, вот так вот я сделаю. Надеюсь, не зря. Так, давай сюда ударим. Красавчик. Изумительно ты сделал. Так, а нам с тобой радоваться рано, мы будем еще хиляться. Потому что со здоровьем беда. Так. Потратились, соответственно, мы с тобой энергию. Естественно, уже в слепоту мы его взять не сможем. А вот добить умудрились. Так, ну что, уже 13 уровень. И тут еще и этот охламон, а, мелкий. Это уже будет похуже. Поехали. Хотя разбирается он на изи. Так, сейчас будем заморозкой заниматься с тобой. Угу. Будем заниматься заморозочкой. Поехали. Так, атакуем. Так, этого ханурика сразу, наверное, выносим отсюда. Кусаем. Атакуем. Пробить сможем? Молодец, Барсик. Барсик, ты меня радуешь. Сделаем вот так с тобой на всякий случай. Пускай лучше он там стоит. Так, и мы будем потихоньку его бомбить. Как говорится, без проблем для нас. Окей. Фигушки тебе. Так, мы его, наверное, не успеем, да, все-таки распластать. А хотелось бы. Так, ну что, слепоту. Или, да, слепоту. Слепоту сделаем, а потом уже его уничтожим. Надо еще хильнуться нам. Блин, а вот хильнуться-то мы с тобой как раз и не успеем. К сожалению. Печалька. Так, пятая волна. Ё-моё. Ё-моё. Поехали. Атакуем сюда. Сюда. Так, и готовимся, ребята, к заморозочке. Замораживаем. Опять же, центрального пытаемся разобрать. Как можно быстрее. Ага, этот-то у нас еще под атакой усиленной. Тогда начнем с этого. Ай-яй-яй. Надо будет этого брать, наверное, знаешь что? Или подожди. Да, скорее всего, так сделаю я. Поехали. Так, сейчас будет опять кусать. Но этот нам, надеюсь, поможет со своей усиленной атакой. Тем более он красный, а тут зеленый. Давай, помогай. Красавчик. Так, добить не сможем, да, пока? Ай-яй-яй. Ну что, мы его уничтожаем, а этот пока под слепотой. Кусаем. Промахнется. Сделаем так. Так, и... Придется, ребята, брать его все-таки в слепоту. Не хотелось, конечно, но... Иначе мы пострадали. Последняя волна. Кто там у нас? Ну, все то же самое, да? Уровень какой же? 15-14. Противничек уже по-серьезному, да? Начинает к этому делу подходить. Мы, естественно, с тобой сейчас после атаки этого начинаем заморозку. И все как в старые добрые времена. Замораживаем, уничтожаем центрального. Ну, сразу, конечно, не получается его уничтожить. Он уже стал все-таки по уровню посерьезней. И тут нам надо вон того брать в слепоту, да? Если мы успеем, конечно, чтобы взять в слепоту. Или как? Ну да. Наверное, в слепоту все-таки придется этого брать. Потому что он все сильной атакой. И при всем при этом он еще красный, ребята. То есть он как бы должен сыграть на нас. Ну, что-то он... Вот.
Погнали. Хорошо ты ему вмазал. Так, а этому ничего не остается. Энергии нету, ребят. Единственное, да, он может только так сделать. Все. Пробивной. Теперь делаем укус. И он добивает его. Шикарно. А мы с тобой будем добивать этого. Угу. Слепота. Что-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это было бы больно, если бы он попал. Но это не судьба. Не судьба тебя, братюня, да? Повоевать здесь. И добивочный. Прекрасно. Ну что, очередная победа. Крутите колесо, господа хорошие. И выпадает нам древесина, да? Ух, было бы, конечно, неплохо плод мудрости получить две штучки. Ну, как видишь. Опа. Блин, я лучше бы, конечно. Ладно. Так, слушай, мы 400 с тобой вот этих вот флагов получаем. А вот это что такое? Так, это вымпелы весенние. Вот оно что. Слушай, мы вот это с тобой забираем. Так, и последний бой. Ребята, если мы справимся здесь, получим обалденный, видимо, пак. Ну, я надеюсь, что он обалденный. Кто у нас тут из врагов? Ой-ой-ой. Как-то плохо. Это ж тройной удар, да? На тебе. Под дых, как говорится. Даже не вздумай. Так, уничтожаем. Поехали. Будем разбор полетов делать. Так, у нас с тобой две лечилки и запас энергии есть, да? И запас энергии. Так, теперь они начинаются 11 уровня. Естественно, покрепить. Тут уже другой, ребята. Ну-ка. Так, это только на тройном, да? На тройной энергии он может что-то там сделать. Супер-пуперская. Поэтому я сделаю вот так, наверное. И ударим сюда. Посмотрим. О-о-о. Вообще ни о чем, ребята, атака была. Вообще ни о чем. Так, надеюсь, ты добьешь. Давай, там осталось у него мало хп. Молодец, красавчик. Ну и мы его расписываем. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, начинает этот, потом мы, наверное, сюда бомбанем. Что-то там дергаешься, а? Атака. Заморозочка, ребята. Конечно, заморозка. А вы что думали, я этот шанс упущу такой? Нет. Шанс такой упускать я не собираюсь. Так, четвертая волна. Уже их трое здесь. И знаешь, что самое плохое? Что мы попадаем под атаку вот этого вот тройного удара. Он не стал пока ничего делать. А вот мы будем. Мы с тобой будем сейчас тут распинывать их. Погнали. Раз, два. Кусаем. Добиваем. Отлично. Так, ох, под крит попал. И делаем вот так. Бомбим. Нам нужно будет с тобой залечить боевые раны. Пока мы его не уничтожили. Залечиваемся. Так, он пока под слепотой, поэтому нам ничего не страшно. И добиваем. Фух, это пятая волна, да? Опять они ходят вдвоем, блин. Так, я понял. Сейчас вжарит. Слушай, я думал, будет хуже. Ну что, замораживаем. Делаем заморозку и начинаем опять же центральный. Ну и все в таком же духе.
Я его разбужу, да? Хотя, какая разница? Поехали. Раз, два. Ой, а нет, нормально. Он не накопил энергии, поэтому нормуль все. Все хорошо. Теперь делаем подконтрольку. Сюда удар. Этот, надеюсь, не подведет. Ну, немножко подвел. Ничего страшного. Кусаем. Ать. Ать-ать-ать. Заморозки нет. Ладно, фиг с ним. Врубаем хилочку. Промахнулся. Фу. Промахнулся, ребята, он. А здесь еще проблема? Что добить я его не добью, тогда хиляемся. Угу. Добивка. Ну и вот последние, ребята. Ходят, ну, все по-старому, да? Все та же самая схема, один в один. Только атаки стали в разы сильнее, я смотрю. И мне главное, чтобы Кривоклык выжил. С вашего позволения, друзья мои. Так, заморозка пошла. Вот если бы у нас было бы усиление, да, для зеленых, было бы вообще классно. Так, бомбанули, причем так быстро. Блин. Поехали. Раз. Два. Бомбит сейчас. Угу. Сюда. Этот очнулся, да? Этот очнулся. Лучше, ребят, так сделать. Так, что он тут будет? Ага. Я тебя понял, дружище. Так, а этот сейчас будет делать супер нормуль. Прекрасно. Так, получил под хвост. Так, слепо. А, ну я успею, успею, ребята. Фух. Он еще и промахнулся. Господи. Бро, да тебе не повезло. Надо было изваяние клепать. Да-да. А так уж, извини, будешь теперь промахиваться до самой своей погибели. Ать. И добивка. Все, ребята, классно. По-моему, мы прошли с тобой испытание, да? Или там еще один бой? Что-то я не помню. Крутим колесико. Ну, понятно, древесина. Слушай, мы с тобой заберем пак сейчас. Да-да, друзья мои, заберем пак. 27 миллионов древесины. И вот он, хороший наш. Ать. Что же это за пак такой? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Ага, на почту полетел. Так, ладно, мы с тобой здесь забираем флажки эти. Так, идем на почту. Руны. Забрать, конечно. 100 рун. Дальше что у нас здесь? Новый набор жетонов. А ну-ка. Лаврик. О, душитель, громобой. И все, только лишь 3 дракона. Как-то вот жидковато. Новые изваяния. Что это за изваяние? Скажите-ка мне на милость. Поставить, ну поставим. А где оно? Куда? А, вот. Метание топориков. Сокровищница. Это я ее убрал в сокровищницу, да? Метание топориков. Открыть. Ну да, ребята, оно ничего не дает. Ну ладно, разместим просто для красоты. Пускай будет. Метание топориков. Так, а у нас еще, ребята, главный пак. Так, подожди-ка, у нас тут еще... А, у нас же подарки сегодня, ребята. Ё-моё, 250 рун. Мы же подарки, помнишь, за семидневку получили? Господи, точно. Так, янтарь. Шикарненько. Так, что у нас там еще? Так, новый набор карт. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Что за новый набор карт? Ага, редкий. 450 рун. Не кисло. Отлично, эпический. Так, необычный. Нюхогорб, друзья мои, редкий. Блин, ты посмотри, как он смотрится. Красава. Вот это я понимаю, ребята. Нюхогорб собственной персоны.
Этим любознательным драконам незнакомо понятие личного пространства. Они подбираются как можно ближе, чтобы разнюхать враг, кто-то или друг. Так, это класс дракона Ищейка, стая чудаки. Огненное чихание этого дракона расплавит все, что угодно. Вот так вот, ребятули. А вы еще думали? С ним шутки плохи, это нюхогорб. Да, и, кстати, он смотрится офигенно. Мне нравится, ребят, как он выглядит. Так, а мы можем? Нет, не можем. Расширить 3000, блин, рун. Надо. А подожди, а почему у меня вот этих ребят-то не отправил, а? На обучение. Прохлаждаются, понимаешь ли, они тут. Иди давай, учись. Так, барс и вепрь. Тоже бы, конечно, их подучить бы надо. Уму-разуму-то. Так, нам не хватает чего там? А, рыбы, да? Нам не хватает рыбы. Зачем камеру-то так приблизили мне? Так, а ты что там радуешься? А? Блин, 11 уровень требует, ребята, академки. Блин, не могу. Этот же тоже, по-моему, да, 11 уровень? Ну да. Значит, могу только отправлять более слабеньких таких. Например. Вот, костолом. А ты что, кстати, стоишь-то здесь? Прохлаждаешься? Нет, беззубик, давай-ка лети ко мне, знаешь, куда? А, так, куда ты? Слушай, а это что такое у нас? А, акция, да? Типа акция. Так, беззубик, ты будь добр, пролети-ка... За флагами, да, ребята? Я отправлю его опять за флагами. Зачем я сюда нажал? Зачем я сюда нажал? Скажи мне на милость. Подожди, что-то меня вообще накрыло. Что-то я потерялся. Ох ты. Ребята, мы можем с вами Боли-стража взять, прикинь. За 490 монет. Надо будет только немножечко подождать. И я, наверное, все-таки возьму его. Шут-то глаз. Вот это, конечно, вообще смачно смотрится. Но он дорого, ребят. Столько монет Одина я не накоплю. А вот Бури-страж вполне, ребят, вполне. Да. Будем брать с тобой, наверное, Бури-стража. Ты, кстати, напиши в комментариях, согласен со мной или нет. Так, подожди, мы же с тобой еще не закончили здесь, да? А-тя-тя, экзотический кораблекрушитель. Что это такое? Что это? Его прям так и звать? Экзотический кораблекрушитель? Я думал, это... Вау, вау, вау. Обнаружено торговцем Йохансом, да? Экзотический кораблекрушитель. Когда кораблекрушитель вынуждает сражаться, он использует свою взрывную кислотную атаку, чтобы завершить бой как можно скорее. Ах ты какой. Пучеглазенький такой. Давай мы его куда-нибудь вот здесь вот, наверное, поставим. Так, и маленечко покормим. Ну-ка. Вау, смотрится он, конечно, тоже великолепно, ребята. Блин, классно. Круто. Целая куча новых драконов, ребят. Я доволен. Так, что у нас тут еще? Так, блестящий янтарь, заберем с тобой 3 штуки. Ну... Забрали. Так. Ага, новый набор жетонов. Давай посмотрим. Шепот смерти, кревет, шипорез. Слушай, по-моему, шипореза у нас все-таки нету. И новый набор карт. Что же это за новый набор карт? Весенье, ребята. Набор весенье. Так. И там кто-то есть. Так, эпический капкан. Смотри, смотри, смотри. Сладкожал, ребята. Уникальный, ё-моё. У меня не было такого дракона. Вау. Ха-ха. Новинка. Слушай, прикольно. Вообще сегодня серия бомба. Серия бомба, ребят. Потому что столько драконов получил новых. Сколько? 3 штуки, да, получается, да? 3. Это классно. Это классно. Так, покормить. Что? Не хватает рыбки тебе? Я понял, понял. Сейчас дам. Сейчас я тебе дам.
А, нет. Его надо на обучение, но там мест нету. Так, забрали. Блин, я вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел отправить Беззубика на поиски. На поиски этих флагов, которые мы с тобой ищем. Их надо очень много нам. Еще аж целых 20 штук. Друзья, 20 штук. Ну, а что поделать? Надо, значит, надо. Пускай идет. Надо было, кстати, отправлять его не туда, где размягчитель. Туда, где есть вероятность другого дракона найти. Да? Ну что, друзья мои, пожалуй, наверное, на сегодня и все. Это я заберу. Это я тоже заберу. Мы будем закругляться. На арену сегодня не пойдем. Пойдем, наверное, завтра с тобой помахаемся. Потому что 100% никаких событий в ближайшие, наверное, дни не будут. И нам, как говорится, ничего будет делать. Будем прокачиваться с тобой на арене. И ждать, когда у нас с тобой вот это вот все построится. Чтобы можно было уже увеличить. Кстати, подожди, а я ведь... Здание, где у нас? Это что такое у нас? А, это Нюхогорб. Новые способности, окей. Подожди, а я же ведь ставил домики вот эти вот для викингов. Где они? Усадьба викингов, да? Вот одна строится. Но ведь вторая где-то же должна уже... Коттедж викингов. Я где-то ставил, но я не могу понять, где я. Я не завершал стройку. И в то же время не вижу, чтобы где-то было недостроенное у нас. Странно. Очень, ребята, странно. Ну, ладушки, все. Давай, будем закругляться и увидимся уже в следующей серии. Так что пока и удачи.